или одним резким усилием рук, дающим форс на поворот. Thank you.
примеру, поворот за руки может служить фрагментом 7-го вальса Шопена. Любой позе танцовщицы можно придать падающее положение. Для этого нужно снести центр тяжести ее корпуса в любом направлении, то есть отклонить от вертикальной оси устойчивости. Чтобы исключить возможность скольжения партнерши в падающей позе, партнер подставляет свою стопу к ее опорной ноге. Thank you.
чтобы оказать танцовщице нужную помощь во время туров и увеличить их количество, партнеру необходимо хорошо освоить препарасьон, чувствовать все перемещения центра тяжести тела танцовщицы до и во время вращения. Он должен следить за устойчивостью партнерши, а в случае необходимости восстановить. В начале обучения не следует делать более двух туров. Партнер не должен увеличивать форс партнерши и помогать вращению. Туров с форсом от одной.
потоковое аллегро с турами всех видов. Итоговое учебное адажио, включающее в себя все приемы партерных поддержек. Примером сценического дуэта с партерной поддержкой может служить отрывок из балета Глазунова «Раймонда». Образцы современной хореографии, такие как, например, адажио из балета «Хачатурян Спартак».
Партерные поддержки почти всегда идут в сочетании с воздушными. Речь о них пойдет в следующем. Сначала проходят маленькие прыжки с поддержкой двумя руками за талию. Если у партнерши после прыжка меняется эпольмо, партнеру нужно слегка повернуть ее корпус в воздухе. Партнер должен стремиться к легкости подъема и предельно смягчать приземление. Thank you.
находясь позади нее, рядом с ней и лицом к ней. Все движения в дуэте партнерша должна выполнять в полном соответствии с требованиями сольного классического танца.
Перемены поз на руках партнера без поворотов и с поворотом в воздухе. Получив темп от партнера и находясь доли секунды без поддержки, партнерша должна стремиться самостоятельно осуществить новый поворот. Заключительное упражнение на материале первого раздела. Партнер, держа партнершу на руках, должен уметь двигаться по классу сцены в любых направлениях, а также поворачиваться на месте. Большие прыжки с поддержкой двумя руками за руки. При любых воздушных поддержках позы партнерши, принятые в классическом танце, не должны нарушаться.
Thank you.
о том, что любой прыжок партнеров следует рассчитать так, чтобы траектория полета заканчивалась точно на его руках или плече. Перемены поз на руках партнера без поворотов и с поворотами в воздухе. При первых пробах сложных элементов ученикам необходимо освоить прием страховки. Обратите внимание, как партнерша меняет позу, оставшись на долю секунды без поддержки партнера. При подъеме с фиксацией позы на вытянутых вверх руках партнеру нужно стремиться к тому,
чтобы центр тяжести партнерши находился точно по его вертикальной оси. Спина партнера при этом всегда остается прямой. Должно быть положение рук партнера при подъеме субрисо назад в седьмом вальсе Шопена. Хореография Михаила Фокина. Заключительное упражнение на материале.
Наиболее сложные элементы изучаются в классе с учетом физических возможностей учеников. Подъемы с фиксацией поз партнерши на одной руке партнера всегда производятся при активном участии другой его руки. Элемент воздушной поддержки, так называемая двойная рыбка, требует от партнеров максимальной технической слаженности, чувства взаимного темпа. Thank you.
акценты сценических дуэтов, которые могут быть включены в программу последнего года обучения дуэтному танцу. Фрагмент дуэта из балета «Ледяное дело» на музыку Грига. Хореография Федора Лукова.
Обучение дуэтному танцу начинается с освоения приемов партерных натяжек. Основное положение партнера в начале обучения – за партнершей. Руки охватывают ее талию по линии пояса, ноги во второй невыворотной позиции. Основная задача партнера в партерных поддержках – находить положение устойчивости партнерши на пальце во всех позах и кругах. При ролеве на одну ногу партнер перемещает центр тяжести корпуса партнерши во время тренировок партнер отводит корпус партнерши от работающей ноги, сохраняя при этом устойчивость партнерши, а при опускании ноги возвращает корпус в исходное положение. Поддерживать следует без напряжения в руках и пальцах. Для определения устойчивости партнерши, партнер оставляет ее на долю секунды без поддержки. При изменении поз через пассе и граунд-рон-де-жан местоположение партнера несколько меняется, с учетом удобства партнерши и общей композиции. Во время переходов партнерши с пальцев до деплии, партнер перемещает центр тяжести ее тела с носка опорной ноги на всю стопу. Поддержки во время тауни на 90 градусов партнер приобретает навыки синхронно двигаться с партнершей, находить нужную и удобную дистанцию, сохраняя при этом устойчивость партнерши как в позах, так и в переходах. Поддерживать партнершу, стоя на одном колене.
рекомендуется только после полного усвоения приемов поддержки двумя руками. Задание. Раз.